Лобода покорила сеть серебристым мини. Певица сделала фото возле зеркала так, что в отражении видны ее ягодицы, обтянутые коротким платьем. Украинская популярная певица, проводящая много времени в РФ, покорила фанатов новым снимком. Фото появилось на странице звезды в Инстаграм. На снимке Лобода в блестящем серебристом мини-платье и черной кожаной куртке с лампасом из белых камней. Фото сделано возле зеркала, в котором звезду видно еще и сзади. Образ певица дополнила узкими солнцезащитными очками и красной помадой. Фанаты высоко оценили фигуру и наряд Лободы, отметив ее пышные формы. Недавно Светлана Лобода заявила о том, что выходит замуж, но имя избранника так и не сказала. Звезда только подогрела интерес, показав обручальное кольцо и часть жениха. Ранее Лобода объяснила, почему назвала дочку Тильдой. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.